Город Караганда. Я с улицы Карбышева поворачиваю на Муканова. Я знаю, что вот тот дом, он относится к Муканова, да? То есть с улицы Университетской я поворачиваю. А там, с этой стороны Муканова, с другой Карбышева. Сзади огорода. То есть, сзади дома огород, вернее, я там пройду. Здесь раньше была магазинная стекляшка, теперь нет. Муканова 2. Тут дом тоже носит Муканова. А те дома уже Карбышева. Я зимой вот так шел. А, тут дорога-то проселочная. У меня вот как раз вот эти огородики интересуют. Ну, мягко сказано, это конкретные огороды. Метров 15, наверное, до дома. 12 точно есть. Вот огороды. Да, люди сажают. Видно. Помидоры вот там растут. Тоже можно. Картошка, хрен, вишня. Помидоры, вишни. Так что огороды-то функционируют полную мощь. Это тут заброшенный. А тут не построить. А тут вот пожить. Это тоже заброшенная, но теплица была здесь, да? Без кровли сейчас, конечно. Городики, и вот я их и снял. Через арку тут проходит. А вот эта теплица, она вообще функционирует явно. Да, конкретно функционирует здесь. Много помидоров высажено. Тут вообще конкретный забор, так на замке еще. Конкретно тут приватизировали землю. Кто-то морет, ругается. Стремятся защитить. Снова. Тут шлагбаум, да? Карбышева 9/1. Ну вот, я вот снял вот это место. Огородики. Между Муканова и Карбышева.